Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi ISX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8, автомат, передний привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим фильтр в баке, который у нас находится. Ну, топливный фильтр, который находится у нас на модуле топливного насоса. Для этого нам надо будет достать модуль из топливного бака. Открываем задние двери и снимаем сиденье. Снимаем подушку. Подушка здесь просто стоит на защелках. Берем ее, поддергиваем. С двух сторон и все. Вот тот он дальний лючок наш. Его надо оторвать. Он приклеен на мастике. Аккуратно, чтобы не гнуть крышечку сильно. Мы его сейчас поднимем. Крышку сняли, сейчас возьму пылесос, вот эту грязь пропылесошу, потому что когда будем откручивать и поднимать модуль бензонасоса, чтобы грязь в бак у нас не попала, чищу. Пропылесосил и продул. Сейчас откручиваем сверху гаечки и крепление верхней крышки, головка на 8. Камера отключилась, батарейка села. Поднял на разъеме, вот видно зеленый фиксатор. Он по бокам снизу немножко защелкивается с одной стороны и с другой стороны. Можно там развести, а можно отверткой. Сейчас покажу, в каком месте. Просто приподнимаете аккуратно, щелк-щелк, и он поднимается.
Все вот таким образом выводится целиком модуль. Достал из коробки фирмы Neparts M133-5070. Там идет вот такой комплект. Идет он сразу с крышкой. Идет новый фильтр нижний. Сам фильтр, вот он основной, в который бензонасос вставляется. Сейчас мы будем оттуда сюда все переставлять. Что мы для этого берем? Мы берем и снимаем вот этот стопор. С одной стороны, со второй стороны такого стопора нет. Он сидит только в одном. Но перед этим мы снимаем разъем. Один и второй. Этот разъем у нас на датчик, этот у нас на бензонасос. Эту мы сейчас внизу сполоснем и мы ее оставляем. Вот на что похож фильтр, сетка нижний. Видно, что вся забита. Конечно, ее можно промыть, продуть, но она есть новая. Вот такая вот штука. Эту мы старую убираем, берем новую, устанавливаем. Разъем мы оставляем, сетку мы снимаем.
поддеваем. Все. Ее тоже убираем. И устанавливаем новую. Пойду сейчас помою руки, потому что пока снимал крышку, остается грязь. Так, помою руки, протираем здесь все. Так, это мы, получается, тоже все убираем. Это старое. Берем новое. Туда вовнутрь. Или сюда одеваем колечко уплотнительное. И заводим проводку. Здесь нам еще нужен клапан. На клапане тоже меняем резинки. И меняем маленькое вот это колечко. Устанавливаем клапан. И защелкиваем насос. Все, все защелки защелкнулись.
берем колпак. Я его помыл. И одеваем стопор новый. Шланг неправильно провел шланг, поэтому стопор опять снимем.
все манипуляции, когда делаете, поплавок не гните ни в коем случае. Подключаем оба разъема. Все. Все работает, нигде ничего не закусывает, ничего не мешает. Устанавливаем, а потом уже снимем колпачок. Ну все, бензонасос установили, подключили. Сейчас попробуем завести. Удивительно, но почему-то насос закачал не сразу. Но сейчас все работает, все нормально, все хорошо. Снизу ничего не бежит. Здесь крышку поторопился поставить. Сейчас ее приподниму, посмотрю, под ней тоже не подтекает ничего.
На этом все. Замену топливного фильтра мы произвели. Всего вам доброго.